Всем здорова, с вами Бул. Продолжаем проходить игру Dead Rising. В предыдущей серии у нас просто, я японцев отводил, потом еще Брэду помог. А теперь надо, полагаю, вернуться в комнату охраны. И да-да-да, вот вы, люди, правильно, там, вы там, блин, на машине, давайте там тупите в стороночке, а я пока тут пройдусь. Потому что от их пулеметной очереди мне как бы сдохнуть не хочется. Зомбей тут полно. А я тут чисто бегаю с фотиком в руках. А да, они реально там тупят. Плюс еще нам надо действовать иногда побыстрее, потому что миссии все-таки здесь ограничены во времени. Да и к тому же наша игра здесь ограничена по времени. Мы через, 59 часов мы должны быть на вертолетной площадке, чтобы нас забрал наш чувак с вертолета. Насколько я понимаю, мы тут уже где-то часов 12, что ли, или 14. 14 часов мы находимся здесь уже. Если столько времени, если мы настолько серию увели всего лишь такое количество времени, я удивляюсь, когда мы до конца дойдем. Ой, здрасте, здрасте, здрасте. Быстрее войди! Отлично. 57 часов нам осталось. Да дайте мне пистолеты! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вау-вау-вау! Тихо! Блин, теперь тут с зомбаками опасно находиться. Полагаю, мы должны идти к Джесси. И мы будем запрашивать подкрепление. Ах вы ж! Хитрый, но я и хитрее. Я уже научился. Отлично. Блин, еще соседи у меня начали там сверлить. На, лучили. Я вас всех покураю. Куда на меня? Извините. Извините. Отошел. Отошел от меня. Отошли оба. Отошли. 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 На! На! Я чувствую, я прям чувствую, как их там много. Нет, Фрэнк, отступи. Нет. Стойте там. В сторонке. На. На. На вам. Не хочу тратить. Да вы ты живучий. Ух, все. Ух, ой, выжил. Патроны я не стал тратить. Уже неплохо. Научился правильно с ними там взаимодействовать с зомбями. Правда, нам все равно покосали.
Так. Опа, катсценка. Так вот, что значит сказал доктор Барнаби. Этот старикан не дурак. Он хочет, чтобы мы сперва вызвали подмогу. У нас есть связь или нет? Наш сигнал глушат. Я не могу связаться со штабом, даже по экстренному каналу. Значит, если нам так нужен доктор Барнаби, придется самим расчищать дорогу отсюда. Ладно, будем искать выход из ситуации, раз других вариантов нет. Может быть, придурки из штаба тоже на чем-нибудь работают? Сюда прилетит вертолетом. Через 3 дня, в полдень, за мной. Пилоту доверять можно? Полностью. Вот как я планирую отсюда свалить. Что ж, хорошо. Я прошу за тем, чтобы МВБ оплатило наши билеты. Мы можем приходить к доктору Барнаби? Конечно, если расскажете, что здесь происходит. Ладно, я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Но позже. Сейчас у нас есть дело поважнее. Чтобы продержаться здесь 3 дня, нам нужны припасы. Вода, одеяло и тому подобное. Завтра утром мы доставим сюда доктора Барнаби. А ты тогда следи за мониторами. Эй, Фрэнк, помоги-ка мне. В чем проблема? С учетом вертолета и всего прочего, мы должны работать сообща. Но это еще не значит, что мы можем рассказать тебе все. И все, что мы расскажем, можно публиковать. Ладно, и... Просто хочу, чтобы ты понял суть ситуации. Что ж, мы завалены этими зомби по самую макушку. Я приказ тебя слушаю. Зомби. Знаешь, я до сих пор не могу во все это поверить. Фантастика какая-то. Ты как, в порядке? Да, справляюсь. Брэд, тебе бы чуток отдохнуть. Иди-ка сперва ты поспи немного. Через 4 часа поменяемся, хорошо? Ну все, дело второе мы закрыли. Следующее дело начнется в 6:00. То есть следующее дело начнется через некоторое время. Так. День в северном зале. Следующее дело мы начнем, то есть на рассвете уже. Или во сколько? Через 6 часов? А, в 6 часов. То есть уже скоро, через час и 6 минут. Мы должны в это время чем-то позаниматься, окей? Зомби. Боже, как до такого дошло. Зомби. Боже, как до такого дошло. Так, ладно, давайте сохранюсь я лучше, но на этом я серию еще не заканчиваю, ибо мы только начали. Но игра становится все интереснее и интереснее, потому что нам должны рассказать причину о этих зомби, но... Кстати, мы еще по катсцене, где мы разбили какую-то осу или пчелу, что-то как будто связаны с этим эти осы. И кажется, с этим связан еще доктор Барнаби, за которым мы будем охотиться.
Ладно, я пойду пока. Разберусь с каким-то квестом. Все, я пошел. Зомби прям таки чую. Я прям таки чую зомбей. Прямо уже там. А ну отствяньте. И пока что, ну сейчас наши задачи, надо будет и этого доктора Барнаби взять, но при этом мы еще должны будем продержаться все эти три дня, так как наши все, ну, герои хотят сбежать на улететь отсюда на вертолете, который должен подобрать Фрэнка через несколько, ну, через два дня, можно сказать уже. Поэтому нам будет чем заняться. Поэтому пока что они там выживают уже. Они там взяли припасы, все в этом роде. А мы пока дело не начнется, прогуляемся по этому по ТЦ. Уйдите отсюда. За это время уже Фрэнк стал профессионалом в этих делах с зомбиями. Оп! Не. Через 56 часов 40 минут. Ничего себе их там. Тень в северном зале. Вот. Вау, 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 вау. Ох. Так, а что зомби не умеет стрелять? Так, побежали. Так, в северном зале это где? А, в той зоне. А, в той зоне? Понятно. Побежим туда. Так, подвину микрофон себе. Ничего себе их там! Опять что ли с ними играться? Все, отвяньте. Мне не до вас. Так, Фрэнк, смотри, ты добрался до северного зала. Там есть супермаркет, а еще магазин оружия, ножей, товар для всего этого. Спасибо! Магазин оружия? Это, наверное, будет мой самый любимый магазин. Пошел вон! Для начала я хочу съесть кое-что, чтобы полностью остановить там ХП. Тень в северном... А! Блин, это... Полагаю, это для скейтбордистов тут место. Воу-воу-воу! 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 А-а-а, помогите! Уйдите! Опа! А! Разработчики, спасибо, что мне дали тут возможность. Так, сливки выпьем. Берем биту, пошли. Что дали возможность легко здесь пройти мимо вот этой тучи. Интересно, а тут есть транспорт? Просто глядя на эту игру, прямо так и хочешь сказать, хочу сказать то, что в этой игре есть все. Сюда? Нет, взрывоопасное мне не надо. Уйдите! А, нет, пожалуйста, оставь меня в покое!
Так успокойся и взгляни на меня, я похож на зомби. Ты один из хороших парней? Вероятно. Я веду тебя в безопасное место, тебе там будет лучше. Я бы и рад, но из-за ноги далеко не пойду. Что у тебя с ногой? Я пошел в магазин за едой, а этот псих попытался меня убить. Я сказал, что я вор, и что он меня накажет. И у меня совсем крыша поехала, честное слово. Я не могу тебя здесь бросить. Если не можешь идти сам, я помогу тебе. Серьезно, ты мне поможешь? Это просто здорово, спасибо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чувак, постой на месте. Ох. Так, Дэвид, пошли за мной. Ой-ой-ой, да я-то что-то даже боюсь кто-то сюда идти. Так, блин. Блин, их там просто уйма. Блин, на, ушел. Здесь еще, здесь есть еще хоть что-нибудь. О, мой пистолет. Только, блин, мне кажется, уже тут нечего брать. Да, блин, пошли давай, пошли, у меня патронов нету. А, вот куда. О, чувак, ну, спасибо. То есть он упал такой, молодец, реально. Изображение на мониторе. Ух! Ука. Да я тебя возьму! Блин, мне еще изображение на мониторе надо успеть.
А куда? Я что-то заблудился. Да блин. Так, вперед. Вау-вау-вау. Блин, нет, 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 нет. Быстрее. Ах, вот, вот на. 54 часа осталось. Так, вперед, вперед, мы должны еще успеть. Нам надо успеть его не то что довести, нам еще надо поставить изображение на мониторе. Так, так, телепортация. Кстати, уже, можно сказать, как бы утро наступило, и они стали, ну, у них красные эти глаза, а нет, не у всех. Я думал, что у некоторых просто эти глаза просто стали. И они, как я вижу, они стали более спокойными, то есть они меня сейчас так особо не захватывают, пока я несу Дэвида. Вау-вау-вау-вау-вау. Быстрее, быстрее. Хорошо, что я теперь уже знаю, в принципе, немного карту, как свою собственную. Вау-вау-вау. Ну-ка, на! Так, блин. Меня не бей! На, на! Да блин, не стой на дороге. Быстрее пошли. Давай, залазь. Так, давай, пошли. Блин, нам надо еще успеть. Это, по идее, укромное место, да? И здесь. Упражнение выполнено. Плюс мне еще вроде дали уровень. Так, изображение на мониторе. А что я должен там глянуть? Так, давайте я лучше на этом здесь лучше сохраню где-нибудь. Так. Ну что, давайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Булл. Ожидайте следующей серии прохождения Dead Rising. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока-пока.